Можно сниму тебя? Расскажи. Ой, здорово. Расскажешь, куда мы едем? Мы едем на футбол. Сначала в магазин за моими вкусняшками, и за водой, а потом уже на футбол. Все, пока. Как только что пасмурно было, как красиво стало. Солнечно. Все, пойдем с Фьюж. В общем-то, мы едем на футбол. Сегодня 29 апреля, завтра у Софии день рождения. После футбола мы едем к родителям, и нужно кое-что подготовить к завтрашнему поздравлению Софии. Хотим шарики, цветочки, все дела. Вот. Завтра уже будем ее поздравлять. Надеюсь, было слышно меня. А сейчас едем закупаться и на футбол. Кстати, в том году мы тоже 29-го поехали на футбол, а 30-го отмечали. Совпадение? Не думаю. И погода прям разыгралась. Так пасмурно было. Казамайда! А сейчас прям солнечно, не зря очки взяла. Давай залезаем. Она мне не отдает. Сэр, пусть мама держит. Ее уронишь, я знаю тебя. Развесили шары. София очень хотела. Будем завтра поздравлять. Спи там, сладкая. И Монечка с нами. Привет. Привет, Монь. Моя девочка. Думаю, завтра обрадуется. Чтобы они не улетели, чтобы они держались на них, как канат. Да. Ну, что тебе понравился сюрприз первый наш? Да? Ты вчера уснула, а мы развесили здесь шарики. Почему? Когда ты спала. Чтобы утром ты проснулась и увидела всю эту красоту. Тебе было приятно. Тебе приятно? Я тебя люблю. Ня-ня. Люблю. Сейчас папочка тебе еще один сюрприз принесет, подарит. Почему? Сюрприз, подарочек. Ты что, не любишь сюрпризы, что ли? Я люблю. Любишь? Муня, здравствуйте. Тут везде шарики. Угу. Муня! Спасибо, сядь. Казам, это что такое? Цветы. Цветы для тебя, смотри, какие красивые. Вау. Днем рождения, еще раз, пупсик. Ты хотела цветочки? Да. Да. Они такие красивые, так круто пахнут. Да.
Да. С днем рождения тебя. С днем рождения тебя. С днем рождения, София. С днем рождения тебя. Папа, помогай, помогай. Ура! Молодец, ты загадала желание? Давай сейчас ветер. Теперь пойдем тортик кушать. Кушай. Пошли. Тортик красивый. Какой малиновый это за? Малиновый, да. Пойдем попробуем. Розовый. Да, идем. Пахнет цветами. Да.